22, четвертая попытка. Да. Вот. Ну, Судав, если ты как бы думаешь, что мы сейчас фармим, эта миссия относительно не должна быть сложной. Она просто ввела механику, с которой мы еще не умеем работать правильно. Да, мы слишком много хп потеряем, потому что разваливаемся от неподготовленности. Да, мы просто начинаем паниковать. Мы дефы нормально не выдерживаем, потому что ощущение, что как бы... именно паники, скажем так. И поэтому у нас, собственно, мы развалились. Плюс каждый не знает, что он делает. Сканы тут, конечно, очень суровые, они через всю карту идут. И там и лейаут очень плохой на первом дефе. Мы из-за этого очень много времени там тратим. Это да. Ну, в общем-то, это можно в волнах измерять. Если мы там за одну-две волны его дефаем, то, в принципе, все ок. Нам главное именно не хп слишком много не терять на этих ситуациях. Я пошел сканить. Они теперь в этот раз они у тебя хоть. Не успел. Плохо, мы потеряли эту дверку. Она нам нужна все-таки, думаешь? Ну, правда, плевалка вдалеке. Да. Просто если мы эту дверь экономим, то она нам очень сильно помогает, как раз за счет того, что они все идут не через верх, где у нас основная часть сканов была. Слушайте, эти сейлы всегда 113 и 117, наверное, нет смысла пересканивать. Окей. Да. Че, медпак? Иду. Кстати, видите, мы типа с Бошиго здесь уже, там, остальные отстают. Нам где-то нужно лучше поиситься. А все, я в следующий раз не буду к терминалу подходить там. Ну, в следующем раза, конечно же, не будет уже, но... Так, гипотетически. Почему не будет? Ну, пройдем. Ставьте дверь, враги здесь. Да-да. Нет, плохо. Да вот блин, урод. Почему не... Ну потому что он присел. Надо их выменить. Все, идем дальше. У нас квесты. Плевалки к нам сами подойдут. Ладно, вы вдвоем с Башуго тогда идите, мы здесь пока дефаемся. Давайте так. Да. Ариэце. Я вижу положение, можно дальше напинговать. Понял. Вы точно вдвоем справляетесь? Может, одного отправим? Да. Справляемся. Меня один раз ухолизнули. Ок. Не забываем искать ресурс. У меня места нет на него. У меня есть слотина. Я пометил. Я нашел турбину. Хорошо, неси сюда. Еще враги пошли. Если можете, пропускайте их нам, только говорите об этом. Лучше всего, если вы там двух убиваете, а два проходит, потому что вы... Я нашел сол. Не-не-не, здесь можно очень спокойно дефать. Мы нашли Амапак и Тулрифил. По-моему, нет. Тулрифил нашел. Амапак, можно пропинговать. У нас туда вам нет ничего, у вас у двоих, соответственно, есть. Так что тут нужно. Вы можете пропинговать. Пропинговать. Брось здесь турбину сюда, пойдем. А, я нашел ящик тут, наверное, здесь. Я нашел Амапак вот здесь. Я могу его раздать. Тут Long Range Flashlight, если кому-то нужен. Да, давай возьму. Там, где я пометил, там Амапак лежит. Можешь взять его и сразу раздать. Где фонарь-то лежит? А тут там все равно на два только. Вот здесь. Что? Раздай его сразу. Ага, спасибо. А, враги. Все, больше ничего не осталось? Ой. Еще двое сдалеку. Да. Я тоже промазал. Окей. За это получил урон. А я не получил. Я бесплатно промазал. Пека.
Нет, он на меня. Я за угол просто выкинул. Вы взяли медпак, который я метил? Помнишь, я упомянул? Я взял. Где-то в этой комнате. Вот он. У кого есть слот? У меня. У Судалова. Вот. Я только одного пометил. Все, мы взяли. Там еще. Мы вдвоем, осторожно, лучше стреляйте. Да. А где еще игра? Цел, у кого в руках? У меня. У Редайра. Забирайте турбину, пойдем. А, нам какие двери снесли? Нам снесли только одну дверь. Я понял. У меня сифон есть и гранаты. Я закрываю дверь. Кстати, когда проходите за собой отсюда, из этой зоны, закрывайте сразу двери. Потому что нам нужно, чтобы на дефе они были закрыты. Эта дверь, через нее же никто не ходит, да? Нет, через нее постоянно, по-моему, ходят. Так, ребят, я все двери закрыл, если что, у нас нет времени на спаун, потому что нам двери сломают. А, я думал, со мной стрелок, тогда я не знаю, про какую дверь говорил. Мы здесь. Ага. У меня только 86% здоровья. Тулрифил возьмите кто-нибудь. Потом. Пойдем. Заходим. Справа будут. Кажется, за... А, там две двери как раз только что сломали. Прятки никто не ставил? Ставил. Я ставил слева далеко. Окей. Вы там на мини не подорвите. У нас с основного идут. ДФМ здесь, в коридорчике. Они уже здесь. Не выбегаем вперед. Наверх опять ханы пошли. Похер, мы сверху отбиваемся. Пошу. Ну хорошо, давайте. Гигант. Все, минус. Там очень много плевалок. Еще один гигант. Гигант хрипнулся. Вот теперь можем пройти. И отскалиться. Я на самый дальний скан вниз иду. Так, мы просто немного меньше теряем хп. Окей. Второй скан. Угу. Да. Вторая волна пошла. Тоже с той стороны. Отсканиваемся назад, также для ПМ в том же коридорчике. Мне ОМОН уже. Нам нужно в этой комнате найти ОМОН. Давайте пойдемте к терминалу после волны. А, я понял, как надо делать. Там прошел один милишный. Да, вижу. Я мили. Да. Я сейчас буду трупом. Понял, в чем идея. Все, не открываем пока дверь. Там еще одна волна из четверых заслабнилась. Окей, мы хотим найти аммопак. Давай, где этот? Да. Терминал пробить тогда тулрефил или аммопак? Терминал здесь в первой комнате был. А, это не тот, типа, будет? Ни хрена здесь тут ресурсов, ядрит. Амма, да? Так, какой из? Рефил здесь, его никто не взял, я об этом говорю. Потому что... Так, первый аммопак пингую. А, почему тайм-аут? А, я зону не... Блин, не понял. Так, мне нужно контролировать биотрекером. Я не про это дело сейчас немножко забываю, потому что я тут тоже с поиском ресурсов. Можешь мне подхилить? У тебя у себя раз. Блин, я себя похилил. Похиль себя. А, у меня пока. Да, у меня да, есть. Тебя... Кстати, еще заберите. Не забывайте. Я хотел, но тут враги. Еще двое. Пока 20% хп. Окей. В принципе. Сейчас, у кого 20%? У меня и Судалов. Мы с Судаловым просто можем с миди сейчас ходить и их убивать. Потому что пока они по 4 слова. Но у меня выбора нет. Пофигу. Вы нашли ресурсы? Что сейчас происходит? Нет. Тут я не нашел ресурс. Но вы пингуете? Пингуете? А, ну я иду. Пришел сюда, я думал, я иду к нужному терминалу. Окей.
Давайте назначать как бы роли. Кто пингует? Я просто не могу пинговать, потому что я с биотрекером, я перестаю метить. Здесь есть хлокер, скорее всего. Здесь. Блин, я забыл, как узнать, какая это зона. Сверху подписано. Где сверху? У нас есть фогрепеллер. 112. Фогрепеллер нам понадобится. Так уже тут терминал не нулевый. 112. Кстати, тут еще один фогрепеллер. Подберите, пожалуйста. О, тут есть фогрепеллер. У меня фог-граната уже. Фом-граната. Фог. Окей. Окей, ну... Я ее использую, когда мы там будем давиться. Да, это хорошо. Но фогрепеллеры нам тоже помогут. Так, конечно, там очень враги. Много. Патроны. Я только двоих пометил. Еще двое. Это тул рефил. Лево подходит, осторожно. Да, это тот тул рефил, который я 10 лет назад нашел, но его никто так не взял. У нас самой здесь обычно бывало на четверых. Да, сюда впинганул его. Пингуй его еще раз. Так, сейчас. Я могу сходить подобрать. Вот он. Тут враги уже новые. Да, пометил опять только двоих. Двое чуть подальше идут. Всё, больше никого. Вот оно. Забрали. Дверь. Я мед себе тогда возьму. Раздавайте сразу амму. Сюда амму нужно. Сюда. Тулрефил взяли? Нет. Тулрефил некому, кажется. Я могу взять, у меня нет слота. Ваше го у тебя, кстати, слота. Мы можем взять на обратном пути. А, блин, я хилку скинул, подождите, сейчас пойдем. Я взял себе хилку. Ваше го, я взял хилку, я же тебе сказал. Ну окей. Пойдемте тогда. Сейчас уже волна новая придет. Давайте вот новую волну отдефаем и откроем дверь. Все, окей. Можно открывать дверь. Я троих опять пометил из четверых. Один минус, еще двое. Да. Минус. Напоминаю, страту судал с хайпом с 20% хп. Все, мы отбились, пойдем. Ну, мы отбились. И отбивают. Ну, я сейчас так, в общем-то, и делал. Так, маршрут старый. Хорошо. Дверь не забываем закрывать. Волна пошла. Она ломает дверь. Ну, что поделать. Эту дверь пока, наверное, закрывать не будем. Так, тут контейнер. Давайте его вскроем сейчас. Тут тулрифер. Вот, пофигу. Его. Так. Тут у нас... Факт. Замочь. Предлагаю дождаться этой волны. Её отдефать. Я, кстати, давайте я засифомлю эту дверь и поставлю туда мину. Погодите, я два здесь фогрепеллера закину. Ты уже кидаешь их? У нас же два фогрепеллера есть. Ну, там предлагаю турельк туда поставить в глубину коридора, потому что там хрен знает где дверь, а тут можно мину поставить. Так можно и тут мину поставить. Я говорю, так, давай... Кажется, к нам просто долго будут их ходить, так что... Они уже пришли. Не, это уже еще одна волна просто. Ну хорошо, мы сейчас задефаем еще дальше. Один не помеченный был. Да. Зараза. Ладно. Ай. У меня 1% хп. Все, я... Поднимите. Давайте, пока новые не набежали, быстрее. Предлагаю закрывать и начинать просто сразу скан. Я кидаю сифом. Раздайте медпак. Кидаю сифом. А. Кидай. Медпак. Сейчас я на себя чуть-чуть проюзну. Это скан пошли. Равно на 2. Один вниз далеко пошел. Один вниз, на него не будем пока. Дефаем сперва основную волну, потом идем сканимся. Я просканиваю еще разок. Перезаряжаюсь. Снизу враги бегут. Да. Он жив. Непомеченные пришли. Непомеченные, да. Я не успел. Там довольно много.
Я прохожу. Я умер. Налфлёк. Все. Меня убили. Ты один. Понял. Я не уверен, что нам не стоило этот скан пропускать, так я не знаю. Нам стоило похилиться. Но это да, раздать хп. Ну, мы это сделали. Да? Тогда все хорошо. Но у Алгерана 40 медпак остался. Если бы он у нас был, то было бы лучше. Поднимаю. Хорошо, в этот раз на получше. У тебя привалка в округе. Тебя стреляют. Меня поднимите. Я начинаю ловить инфекцию жестко. Все начинают ловить инфекцию жестко. Мы с этим ничего не сделаем. Я запустил турбину. Так. Но сейчас две инфекции будет. У нас волна. Дверку открывать? Блин, я умер. Да. Идем к судалу. А, тут много пришло. Откуда они пришли? Потому что заспавнились. Я умер. Я, к сожалению, не ориентируюсь здесь. Вы вдвоем. Извини. Поднимаю судалу. Так. У нас дальше будет дезинфект зоны. Не поднял. А, нет, поднял. Там всегда лаг небольшой. Пойдемте. Там ломают дверь уже, спереди где-то, по-моему. Мы турель не будем забирать? Ларки, возьмите тогда турбину. А как ее заберешь? Тут сифом стоит. Понятно. Тут у нас сифом и мины ничего не сделали. Да. А. Так. Где-то в этой зоне, кажется, это зона 115. Нам здесь ключ надо найти. Key Black 9. Тут простая Привет. Краска. Дезинфекцию нашел на мне. Ткни в нее. Там судал стоит сейчас. Враги. Полурефил найден. Привет. А, Тулрифил пофигу, у нас турели потерян. Мы их обратно пути должны. Да. Но сейчас мы за ним вернемся, видимо. Мина, кстати, сработала. У нас сейчас там дверь взорвали. А, мину, кстати, можно на Владдор, в общем-то, вскрыть. И здесь, наверное. Я не мог взять свою турель, потому что у меня там сифом был. Я вспомнил. Вопрос такой. И сколько вам примерно эту миссию проходить? Мы уже у нас четвертая попытка уже. Ну... Типа, вы сколько еще будете играть? Не знаю, пока играю. Я просто к тому, что мы успеем с кастрюлей сыграть в Apex или... Успеете. Так, я тут еще одна дверь красная с генератором. И тут есть ресурсы, возможно, я вижу. Хорошо. Ящики. Да, я нашел медпак на 3. Я только троих пометил. Отхожу. Окей. Три умерли, четвертый не знаю. Пошли в соседний. Владдор открываем? Да. Вы открываете дверь, меня там нет, если что. Я смотрю, что тут есть по ресурсам. Мне по хорошо двери. Патроны. Мне тоже хорошо патроны. Хорошо, когда есть патроны. Сейчас посмотрим. У нас патронов нету. А, враги. Открываем кровавую, ничего особо не изменится, но тут и так это все время происходит. Нет, пожалуйста, не умирайте. Я нашел амопаку. На 2. Ну, кому-то достанется. Я лег. Давайте, ребята. Последний. Там 4 противника. Я понимаю, что их больше, чем вас, но... Опа. Я несу вам амопак. Сейчас раздам. Кому больше всего нужно? Хорошо. 0.65. 10-20. Ну, в общем, нам с Большого, не знаю. Все очень неровно. По-моему, вам не очень нужен амопак, ТБХ. Я нашел терминал. Сейчас еще одних задефаем, опять же, не стреляя. Я иду обратно, там еще есть ресурс. Медпак только остался в 115. Хакаю. Теперь можно, ну... Ладно, мы тут в принципе. А вы знаете, куда нам идти? Тут много разных дверей. Смотрите, мы.
мы здесь можем спокойно с Бошиго удерживать миллиард лет. Бошиго, давай ты меня здесь одного не кидать не будешь, а? Пожалуйста. А, окей. Да-да-да, парами бегаем. Да, а вы просто сейчас пока можете в своем режиме определяться, что вам как надо. Хорошо, давайте стойте с Бошиго тогда. Мы вам принесем медпак. Ну, мы не сможем принести его. Тут есть дверь, которая требует сел, генератор 485. И тут есть еще одна дверь, которая что требует, сейчас узнаем. 115Б, это там... А, тут ничего, просто скан без ничего. Да. Посмотрите, куда нам дальше, сформируйте пока что план деятельности. Насколько я понимаю... Есть возможность это делать. И потом просто нам расскажете. Я сейчас немножко сфокусированный на дефах, я пока не слушаю. Хорошо? Ага. Так, нам нужно найти сел. Ты знаешь, где терминал судов? Да, терминал здесь. Сходи туда и пробей сел. Сел за терминал. Так. Так, еще 4 врага. Ваш его не отходи, пожалуйста, от меня. Я немного просто... Тайм-аут. Так, он, значит, сел не тут. Я следующих пойду убить. Мы, а, Key Black. И у нас есть Key Black. Мы можем же делать. Я понял. А сел 117. 117. Сейчас, погодите, секунду. Ага, ну мы можем. А куда нам. А, нам просто PID-шники надо собирать, но мы не знаем, где они, поэтому мы просто исследуем вширь. Есть одни ID-шники и в каких они зонах тоже находятся. Хорошо, сюда пролистаю ID-шники, посмотри, в каких зонах они находятся. А как PID? Не так не ищет. Лист ID. А, просто ID. Почему ты их пидами называешь? Потому что PID. Они так называются. Они в целях миссии иногда так называются. У меня 8% хп, чуть-чуть поаккуратнее. У меня тоже 8% хп. Понятно. Я с вами, если что. О, у них такие ужасные номера, жесть. Плохо. Так, 114-1. Отходим. Вверх. Там дезинфект-станция все равно есть. Пойдем к ним. 116-й. Скорее всего, у нас во всех здесь боковых они есть. Угу. Зонах. Идут враги, я слышу их. 114-й, пока... мы пробегали 114-й, мы там нашли. Пока они далековато, я только двоих. Это где мы с турбины ходили? Нет, мы там ничего не нашли. Я оптимизированно шел сразу к дверке следующей. Еще 114-й. Угу. 114-е. А в чат мы... надо писать. Ну давайте я туда схожу сейчас. Если меня поляк. 114-е это предыдущая, понятно. Это да, там, где туман. Да, то я вижу. Там... А, ну тут сифомом залочена моя турелька. Я не могу. Ладно, я ломаю сифом, я понял. Да, ломай. Уж нахер. А тут враги, а мне сейчас положат. Как я с четырьмя сравнюсь с тумане. Было... Отходи. Боже, я бегу, мой. Я бегу к вам. Все, я здесь. 118-й. Окей, пошел еще раз. Ты сифом. Вообще-то мог не ломать сифом, а идти вокруг него. Неудобно. Как раз надо искать... А, я сломал. Шкафчики. А тут у нас, в общем... Я иду к вам, я отступаю. Где более-менее шкафчики. Да, и не чистись от инфекции. Mm-hmm. Какой неприятный звук моего дыхания, ужас. И 119-й. О, а, там дальнюю дверь сломали. То есть это будет дальняя волна. Так, запишите в чат номера комнат, что ли? Так, двое подбегают, Бошиго. Ты можешь их диктовать, да. Так. Я только сейчас пингую их. Да, 116-й. 119-й. Сейчас. 118-я. И решил опять закрыть эту дверь? Она все еще не открывается. Я думал, ты пробил сифон. Так, у тебя враги.
Отступаю. А, ты сна... А, еще 118. Там стреляла, я понял, там кто-то. Еще 118, две 118. Надо было писать 118, 2. Пиши. И еще 118. Ну, 118 это наша, это Бладор. За ней так что пойдет. А, тут есть Tool Refill. А, блин, или я два раза ее пробил. Ну, в общем, я... ладно. То... А, меня кто-то убивает? Меня убили. Сюда его убили. Там заспавнились. Да, здесь Башуго. Аккуратно. Блин, их из спины меня. Я не пойму, где я. Я упал. В тумане. Хайп, ты один, походу, сейчас будешь. Нет, пока я не один. Тут ни хера. Со 100% инфекциями ходит. Тут ни хера не видно, просто жесть. Окей. Да. Ты вышел к двери, надо сейчас повернуть. Да, в этом же направлении, в котором ты сейчас смотришь, есть дверь сломанная. Нет, 190, да. Можешь его сходить сюда, его подвиги. Я вот, давай вместе. Я вышел. Опасно. Как одному находиться? Берут иногда, спавнятся не там, ребята, и все. Так, ну что, мы идем? Враги пошли. Пинганул не всех. Я нашел один ящик, там не было PID-шника, кажется. А ты в какой, по 14 искал? Думаю, да. Я один собрал какой-то за все время. Или это было не в этой попытке, я не помню. В этой штуке у нас будут, собственно, пиды, так что нам сюда по-любому надо будет. Сейчас давайте одну волну отдефаем. Хочешь 118-ю пойти? Да. Окей, давай. Только это... Как раз у нас заминировано, поэтому... А ты турель разблокировал? Да, он ходил, сейчас сломал 10 лет. Да. И, за 10. Да, ты просто можешь ее забрать. Но, да, могу. Ты можешь ее забрать. Зачем, да, зачем ты стреляешь? Не стреляй, у нас патронов мало. Все, активирую Blood Door. Поехали, поехали, поехали. У нас время. Хорошо. И ДФМ. Судалф. А, Судалф один пошел в соло туда. Понял. И я заблудился. Пипец. Этих можно уже не стрелять, тут их мало осталось. Гибрид, только разве что, ай. Ну вот, все, теперь гибрида убиваем. Гибрид убит. Ой, а он в мили умеет? Гибрид, да, умеет в мили. Все, минус. Да, неприятный. Нашел. То есть там надо найти будет... И со мной кто-нибудь идет? Да, нам гиды надо. Ну опять подбой. Кто-то ломает дверь кто-то. Да, тут уже ломают. И тут уже слиперы, если что есть. Спящие прям. Все, они проснулись. Так что здесь... Главное, чтобы тут скаутов не было, слиперов. Я их пингану, если что. А, ой, гибрид. Гибрид один. Ай. Я чуть-чуть отхожу. Вон, пошли гибрида в мид. Угу. Ну, давай, все. Все, минус. Тут нужна турбина, похоже. Так. Еще враги. Нашел один айдишник. Это все, что нам нужно? Нет, тут два было. Это 118, тут два было. Три было в 118. Нет, два, я помню. 118 ID. Так у нас терминал далеко. Я не нашел этот терминал. Ай. Я ваншот. Я нашел еще один фонарик. Ребят, там слиперов как бы надо еще постулсить будет чуть-чуть. Давай. В той комнате открываем. Ну, я думаю, да, двое можешь, остаются. Да, можешь бросать пока турбину и... Двое остаются. Угу. Можете пробить пид, если они тут есть. А где терминал? Терминал за Башуго. Тут два айди. Ребят, помогите мне, пожалуйста. Идут враги, то есть их всего три все-таки. Я иду к тебе. Ну я один уже собрал, он считается или нет? Не хапнули эту дверку. За ней двое где-то врагов будет. Пойдем. Давай, 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 пока. Тумане они что ли? А да. Вот он, да. Не свети. А у меня был фонарь включен. Да. Видимо, ну кстати, может быть еще часть сверху. Давай пройдемся. Нет, я слышу его снизу. И ни одного.
Можно их разбудить и с тумана выманить. Я не знаю, сколько их тебе видней. В этой зоне есть амапак, Лурифил. Лурифил я нашел. Так, я предпочту здесь по стелсу не ходить, потому что я даю инфу. Кто-то проснулся, да. Проснулся. Нет, четверо заспавнились. А, мы все сюда пришли? Сзади. Да. Сейчас будет весело. Они не проснулись. Я могу их выманить выстрелом, если хотите, я не знаю. Давай пока по стелсу. Но нужна турбина тогда, я возьму. Угу. Ну хотя, в принципе, ладно, мы сейчас отдефались, можем, в принципе, и выманить тогда. Тут ну, где-то давай. Четверо-трое. Да, если их четверо-трое, вообще пофиг, выманиваем. А, проснулись они? Ага, вижу. Он еще как... Один был, а нет, вот теперь остальные. Ага, вот, хорошо. Так, увидели пинг сейчас? Да. Это айдишник. Там плевалка. А сверху еще один идет. Блин. А, тут волна пошла. Угу. Они не помечены. Да, я умер. Потому что... А там один остался. Тут плевалка внизу осталась. Да-да-да. А можешь пока начинать поднимать, я плевалку снизу. Давай. Попробую побить. Да. Один. Поднимаю больше. Так, еще раз пинга на ключ. Ну, в смысле, айдишник. Наверное, надо хп кому-то восстановить. Ну, вот я пока не хочу. У меня есть мидпак на 2, если что, аварийный, но пока не я хочу. Я взял мидпак на 3. Да, что это тот, что я оставил. Ничего, я может тащить его. Я 1000 получаю. Так, волна пошла. Судал. С терминала уходи. Не стреляй. Стреляй. Я жить хочу. Да. Учнись так же, как мы сейчас с Миди поступать. Да. Окей. Это как бы твоя. Может, практика, еще раз. Так, раз мы прочистили, я возьму турбину, посмотрю, что там внизу. Mm-hmm. Если кто-то хочет, может со мной пойти. Пойдем. Мы с судалом. Да, да, мы проскаутим место. Судал, смотри, твоя основная задача, так же, как и я, с мили бегать, собственно. Пробегаешь с мусором. Так же, как хайп, так же, как и все остальные. Я только одного пометил. Идут. Осторожно, могут быть спящие. Да, в следующих комнатах могут быть. Вы в нашу комнату вошли. В этой, скорее всего, никого не будет. Ага, да. Там следующая дверь. А возвращаемся на 180 обратно. Ага. Тут лестница? Не думаю, что туда. Так, тут есть локер. Пойду пока бафну локер. Да, давай. В локере есть long-range flashlight. Блин, зачем я его взял себе? Лучше бы сюда его оставил. Так тут у меня есть. Разбитая дверка. Ну, мы сюда пока здесь караулим. Пускай они вдвоем тогда. Так, что у нас? Вот, ящик. Ящик. Так, враги... Это PID. Пошли. Ага. Сюда враги к нам спускают. Вот еще я... А, тут все. ОМОНа 2. Ты можешь его раздать нам. Дай мне одну и себе возьми, наверное. Судалф, смотри, ты пробегаешь сквозь, чаржишься полным чаржем, после того, как ты как бы полный чарж у тебя скоро идет, раздал? Ты уже вбегаешь в врага, опускаешь по нему. У меня все еще 0 патронов, видимо, ты их оба себе взял. А. Да, у Башиго почти полный. Окей. Так, еще один. Ну, у меня он и до этого был почти полный. Ну, у тебя стоп. Ну, сейчас, у меня как было 0, так и осталось 0, так нет. Что вероятность, что мне дали амопак нулевая, так что да. Ладно. А тут враги есть. Так, я только одного пропинговал. Вот, это что лежит пинг? Это айдишник. Да, он у нас в тумане. Как бы... Тут бьются страшно. Вы там справляетесь? Да, да. Мы еще нормально. В тумане есть враги. Мы на бесконечном хп. Будем надеяться. Сейчас я открою дверь. Бессмертный буквально. Ну не бессмертный, два милишных хита и ты труп сразу. Да, нам в туманы, там враги, я просто сейчас открываю дверь. Там один айдишник осталось, поэтому и он прямо здесь лежит, поэтому можно просто спуститься, его быстро взять и... Можете там поступить, давай. Я, турбина? Убивать, если что. Мы пока здесь караулим. Враги... Я тут побил трех из четырех. Побежали. Я ничего не вижу. Ага, вижу. Сейчас, осторожно с фонариком, не вижу, включен он тебе. Да. Ты знаешь? Они проснулись. Эвакуируетесь отсюда или вы разберетесь с ними? Я поднимаюсь.
Все нормально, все нормально. Блин, все нормально. Я лег. Ничего страшного, сейчас они поднимутся. Пойдем, он всего лишь один, видишь. Сейчас о, я... Подумай. Я опять сюда он бы пошел. Да-да, давай. Волну. Все нормально, все нормально. Тут дым. Да, я знаю. Я запустил. Мы все равно рядом с дезинфект-зоной будем пробегать. Да. Так, вы все, вы взяли, да, оба, получается? Нет, мы здесь ничего не взяли. А, ты взял пиадиш? Взял, идем, идем. Хорошо. Идем. Тут больше ничего нету, ты уверен? Айтишников точно нет. Больше ничего нету. Было три айтишника, все взяли. Я имел в виду ресурсы. Ресурсы. Я умер. Это плохо. Сюда умер. Да, один да, брат бежит. Я поднимаю, поднимаю. Один брат к вам бежит, если что. Да. Он убирает. Башага убил его, хорошо. Угу. Да, то есть красную дверку мы очистили, получается. Тренируемся. Эту, видимо, да. У нас здесь еще две двери вроде есть. Угу. 116, 119 мы очистили только что. А, это 118. Да. 116, 119. Враги. Найс. И один шутер. BlackRock шутер. Так, ну так, что? Там была дверь, для которой нужен цел, и дверь, которая с простым сканом без всего. Видимо, нам в дверь с простым сканом. Там давай. Была зона, в которой, кажется, цел лежит. Скорее всего, да. Пойдем подезинфектимся чуть-чуть. Угу. Я не воняю. Угу. Ай, чуть-чуть вниз не ушел. Враги снизу, я только одного пометил. Это я не вижу ни одного помеченного. Вниз посмотри. А, нашел. Он еще жив? Смел. Я же вижу, где остальные более-менее. Ай. Так. А, вот там какая-то дверь, но хер знает, как до нее добраться. Это я помню. Нам вон... Ах, активируй скан тогда. Да, все, все. И поехали, я за тобой иду. Угу. Ладно, да, пока ситуацию держим под контролем, так что все, главное на скаутов. Так, наверное, тут, кстати, еще одна Бладдора, 116. Это генератор. Да, там генератор нужен. Вот дверь. Мы туда тоже сходим. Ой, стоп, она вообще открытая, тут нет даже скана. Прикол. Окей. Прикол. Так, тут пока врагов нету, так что просто открываем вот, все смотрим. Двери. Тут есть целые эти айдишники? Это какая зона? Тут амапак есть на 2. Можно, может быть, на этот раз мне дадут амапак, да, спасибо. Так, где-то на радаре уже есть враги. Угу. Похоже, это ресурсная комната. Так, так я нашел аптечку, нашел. Дезинфекшн пак, видимо, бесполезен. Бесполезен. Еще одна аптечка на сколько, не знаю. На 4. Ага. Я могу ее взять. А, у меня тул рефил на 2, его надо раздать. Мне не аптечку, раздавай. Аптечку не надо сейчас. Тул рефил. Тебе точно не надо больше гой? Было больше. У меня мины. Удобно. Да, тебе очень нужны мины, да. Какого? У меня нужно было освободить слот. Ну ладно. Неважно. Все будет хорошо. Четвертый. Где там? А, он далеко. Ты справляешься? Ты там один немножко хайп. Да, я один немножко. Я нашел патроны. Я иду к тебе, я не знаю, почему ты один оказался. Тут еще куча ящиков, видимо, все. Я иду к тебе, я иду к тебе. 4 турефила, как там пал с туретками? Сюда он заказывает туретки. Лутайте тогда, пожалуйста. Сюда. Я пока уже две волны, в общем-то, в соло отдыхал. Найс, я с тобой. Сюда, сколько у тебя туретки? Они идут. Сюда, осторожно. Промазал. Враг промазал. Там двое где-то далеко. Ладно, я понял, вы сюда он будете. А, давай. А, спасибо. А у вас еще один не открытый. Вы патроны взяли? Да. А вот сел нашел. Взяли? Я сел. Да, я взял. Мы их раздали ведь друг другу, правильно? Нет, там еще патроны сюда нашел. Тогда не знаю. У Судалва и у меня нет практически патронов. Значит, тут... Вот я еще патроны нашел.
Я вот. Пометил. Вот еще на два, если пометил, хотите. Возьми и зарядись. У меня нет, у меня достаточно патронов, и у меня в руках медпак. Ты ж только что тут рефил раздал, ты не можешь их взять? Я, у меня хилка в руках. Окей. Сюда, вот бегай за патронами. Я сейчас за тебя приду. Вот, я пометил, где они. И раздай потом их. Мне одну штучку и себе одну. Угу. А тут на пять. На пять? На два должен быть. А, я другой, значит, взял, потому что... Лучше на два возьми и раздай его. Да, на два раздай, на пять с собой его можешь взять. Да-да-да. Идут враги. Можно и хилку тогда раздать, наверное. Так, а кому патроны надо? А, вот еще один. Тебе и хайпу. Их больше, еще бежит. Хайпу. Или это... Нет, это больше гомель. Это четвертый был. Я понял, да. Тек. Окей. Пидов здесь не было, правильно, но цел вы нашли. Да, здесь, да, сел был. Вы взяли сел? Сейчас. Сел подтащите сюда. Угу. Кстати, хорошо, что они спавнятся пока что только... Я иду. А у, да, всех, у всех в руках что-то есть, да? У меня медопагра. У меня хилка. Враги. В руках? Да. Промазал. Я закрыл дверь. Черт. Я с тобой. Угу. Ну тут они вроде как-то очень хаотичные. Почему они так странно бегут? Ладно. Еще пока один. Тут остался только дезинфект пак на 5. Окей. Ну, пусть лежит. Можно... Окей. Да. Ты промазал. Да, он сквозь меня прошел. Так, да, вы, как я понял, вы раздали. Цел куда? Взяли? Да, да, он, да, у меня, да, в руках. Да, но куда его вставлять? Нужен генератор. А где генератор? Вот. Он? Да. Я рандомно просто побежал в какое-то направление, откнул на колесико, и там оказался генератор. Феноменальная работа. Да. Так, тут блокнор, так что Башигонам нужны мины. Сейчас я ждал, мне полурефил. Да. Сейчас мы отдефаем штуку, волну и пойдем. А вот она. Ой, я не то оружие, тьфу ты. Он еще жив. Ничего, ничего. Бывает сюда, бывает. Да, бывает. Все есть. Так, открывай. Сканер. Пойдем. А, вот где был скан. Но он обычный, тут нет. Туда поставить вам. Обычный скан. Хотя здесь, наверное, 4 врага. Да. Открывай. Ладно, я открываю. Мы в них стреляем, правильно? Да. В этих, да, будем стрелять сейчас. Тут гибриды будут. Если будет в кого. Все, этого можно. Ау. Ай. Так, вот враги. Меня убили. Видимо, новые пришли. Меня тоже убили. Стреляйте. Это новая волна. Стреляйте. Угу. Все, если не все. Убили, поднимайте нас. Кажется, я привалку еще одну видел. Сейчас биосканер надо поднять. Да. Спасибо. Точно меня поднял? Видимо, нет. Самое главное, здесь не паниковать. Окей, все, я встал. Враги пошли. Мы все умрем! Лок Мелтер. От старости. Так, дверь в зону Б. Тут воняет. Турбина есть, да? Ну, разбежите. Я сгоняюсь за турбиной. И поехали. Okay. Машиго, можешь, в принципе, ты сюда, Лома. Мы с Редайером тогда здесь. Да, ну, я давайте встал. Я несу турбину вам. Да. Не понял, мы сражаемся или мы идем? Нет, вы с Башиго идете, а мы остаемся здесь и охраняем вас от волны. План такой. Пойдем туда вниз или что? Ой, тут два гиганта. Угу. Спят? Да, спят. Тогда давайте... Вы сможете убить двух гигантов пушками? Ну, у меня скатерган. Возможно... Хайпу стоит сходить туда с биосканером и посмотреть, что, в чем ситуация. Я предлагаю сюда. А вот Бошиго, мы с Бошиго здесь потусуемся, а вы сюда. Ну, у меня хай-калибер пистол, он довольно-таки хорошо гигантов выносит. Хорошо, да, мы просто сначала просканируем. Да, здесь два гиганта.
И все, да? Тогда ступай больше года туда. В этой комнате так. А, тут. Отлично, прекрасно. Отступайте, отступайте, отступайте. А ко мне. Они в этой комнате заспавнились. Я умер. Блин, Став! Куда ты развернулся? В смысле, куда? Отступаем. Ты на месте чего-то притормозил. Может, лаги. Так, нам нужно очень оперативно. И, самое главное, не мешая друг другу. Все. Я поднимаю Судала. Поднимайте, я на вязко. Окей, обратно, я к тебе хоть. Все нормально, все нормально, все нормально. Там еще, если что, слиперы есть в соседних комнатах. Ага. Так что мы здесь пока стоим, чтобы они где-то непонятно где не спавнились. Бегут. Угу. Нам надо было вниз все-таки идти, там где воняло. Тут-то можно и без турбины. Ай. Да, можно турбину не таскать, чтобы можно было... Еще одного камня на радаре не вижу. Ладно, вдруг тут будет тоже вонять. Может, мы четырех убили? Не вижу. Он опоздавший. Они у нас могут и спереди пойти так-то. Пока что они у нас спавнятся. Да. Вот тут ящик. Мы, скорее всего, зашли, потому что все вчетвером в эту зону, и они в этой зоне начали спавниться. Наверное, нам стоит подойти ближе к ним, чтобы они спавнились. Не чтобы они спавнились прям в комнате этой? Мы помним. Не-не. Думаешь, наоборот? Ну, мне просто... показалось, то, что мы все вчетвером сюда вошли, и они здесь заспавнились. А пока мы здесь стояли, то там никто не спавнился. Не рекомендую так бегать, тут могут быть слиперы. Вы сейчас по перебегу. Гигант стоит! Он стал сити мимо него, наверное. Враги? Враги, хайп. Зазевался. Давай наверх пойдем. Меня так покусали. Тут ничего еще нет? Один вниз опустился. Да. Ага. Нет, еще один. Да, еще один здесь с нами. Ай, уклонился. Найс. Ладно. Тут вот за этими столбами хорошо прятаться или вот куда-то да, так забегать. Когда где line of sight нарушать можно. Угу. Жить так. Можно. Ну или можно вокруг вот этой вот двери. Вы убили гиганта или просто мимо прошли? Мы пока не дошли до него, он вдалеке. Вдвоем сложновато будет гиганта. Еще идут. Двоих только пометил. Двое задерживаются. Подбегают. Тихо. Так, они уже могут проснуться, по-моему, с такого расстояния. Стоп, это скаут? Или что? Это у них бегает кто-то? Блин, мне показалось. А, это плевалка. Так. Я не вижу, мы можем их разбудить. Из-за турбины я еще и не слышу. Я поставлю турель, который убьет всех, кто придут после того, как убьют Бошугой Судал. Эй. Так, давай без этого. А, у Судал ваш скатерган, камон. Я говорил про это. Ой, гигант, не свети. Плохо. Я свой пропустил чуть-чуть. Да в смысле ты в него стреляешь, кринж? Okay. Как? Я к тому, что скаттерган может, ты можешь сюда вообще убивать гигантов спокойно. Ну, да. Надо дать инфу о том, что у вас там есть еще или нет. Трясется. Давай я его попробую, это скаттерган. Больше никого нет вроде бы? Я турбину положил, возьми турбину на мне. Я взял турбину. Скаттерган его одним выстрелом выключает. Просто вплотную просто в корпус вплотную, да, ну близко, не обязательно. С той стороны. У вас заспавнились. Давай стреляй. К нам один пришел. Убил гиганта. Осторожно, к вам трое из нас. Еще гигант. Там сверху гигант. Убил. Где-нибудь в турелку сразу поставь. Просто на случай, чтобы можно было. Я слышу, как кто-то ломает дверь. Да, он к нам в одну дверь ломает. Кто это? Это гигант. Это гигант. Оу, привет. Сейчас я его убью. Да. Все. Так, один умер. Смотри насчет спины. Пока смотрю. Мы обились. Вы, я слышу, дверь ломают. Цунав от нас отделился. Ломали нам дверь. Нам нужно пид найти. Я вижу, в тумане валяется турбина. Здесь рыдает. У меня. Я бросил турбину, когда на нас напало четверо гигантов. Он.
Вот эту дверь, скорее всего, ломали. Ага. Да. Тут вон есть пол. Ее сломали. Тут пока ничего. Сейчас гоняю за турбиной. Но мы что-то внизу ничего хорошего не нашли, кроме гигантов. А как же гиганты? Вот и Пит, нашел. Нашел? Хорошо. Да. Все, можем возвращаться. Так, враги. Иду. Троих только. А нет, четверых. Найс. Тут еще можно поисследовать, но турбина нужна. Мне кажется, здесь еще лут есть. Угу. А нам нужен лут. И можно терминал найти. Ну, не знаю. Да, мы терминал не нашли. Пользуйтесь картой, смотрите, где что не обследовали. Ну вот здесь, вот тут зона. Ну блин, если бы был... Есть один фог-репеллер. Я заблудился. Ну у тебя турбина, правильно? Проведи меня к Редайру. К Редайру? Вот, обходи сюда и налево к нему. Сюда и налево, понятно. Так, я еще вижу, кстати, белые точечки на карте. Так что у нас не все эти... А, вот здесь у нас еще есть зона, ешная зона. Угу. Я ее пока открою. Давай. Я не знаю, кто там будет. Идут сзади. А, меня тут убивают. Там гигант стоит. Так. А, тут брат. Я убил одного из четырех. Я убил двух из четырех. Два из четырех. Я еще одного убил. Не стреляйте тут, не тон гигант стоит. Ну, убей гиганта, он тут пока в сопле. Тебя с катерганом его убей. Да. Или можно по стелсу его убить? Ну, можно, да, можно просто с кувалдой всех. Ну что, пойдем с кувалдой его, я не знаю, бить. Там, кажется, Бушигу один, и у нас тут враги. Да, я очень медленно иду. Забей, тут враги, тут враги. Все, Ох. Гигант мертв, надеюсь. Да. Ты потратил два выстрела с катерган. У меня осталось 0 выстрелов. Я в ярости. И тут еще, по-моему, да. Еще гигант вроде проснулся, у меня нет катергана. Я иду к тебе. Да, он идет. Он идет сюда, да. Вот. Так, пришел вот сюда, вот в эту сломанную дверь. Так, ну... Вот сюда. Да, мы лутаемся. Идет! Сюда, у нас здесь заспавнились. Все нормально? Ну вы справитесь вдвоем, давайте. Ах, тебе нет, хайп спавнит, сканет спавнишь. Вот вверх, скорее всего, нам здесь что-то может. Да, а мы тут нихера нету, нихера нету, нет, нихера. Так, сейчас нам нужно быть аккуратнее, потому что мы на удалении двух комнат друг от друга идем, поэтому могут... Вот, нашел ящик. А, мед на 3. О, еще один пит. Патроны. Отлично. Мы не зря здесь были. О, мина. Покчамп. Ну, патроны никто не взял. Ну, забери, давай раздай просто эти патроны. Да, раздай, у тебя же скатерган кончился. Сейчас. Я на себя возьму. Sound of death coming for us, сказал мой герой, а значит где-то... Или к нам. Сейчас узнаем. Все, мы тут отсканили, пип нашли. О, к нам тоже пришли. К вам двое похожи и к нам. Меня убили. Боже год, ты один на двоих, удачи. Я Найс. В тебя верю. Все, нормалек. Все, поднимайтесь. Ага. Ну что, пока живем. Так, у нас здесь есть где-то терминал, мы не находили? Не находили. Окей. Сюда ты код нашел, если что? Какой на код? На своей миссии. Нет, не нашел. Так, еще один айдишник по дороге и один непонятно где. Но есть еще Key Black, мы там еще не были, это в самом начале. Key Black. Видимо, туда. А там, где Key Black, там есть айдишники? Неизвестно. Тут внизу можно пошариться, тут, потому что туман, я не ходил. Если это комната, где были гиганты, то там мы сюда шарить. Нет, по-моему, это другая. Они дальше прошли. Это другая зона с гигантами. Вот сюда, нет, развернись, вот сюда внизу, видишь? Я внизу? Перегонул только одного из четырех. Я иду к тебе. Где? Все, я с тобой. С другой стороны. Ой. Два минус. Еще два. Один. Все. Ау. А, у тебя посуду. А, тут с обоих сторон лестница. Да, ничего страшного. Ну там такая неудобная. Я неаккуратно играл специально. Слава богу, по вертикальным лестницам можно с турбиной. Так, еще где-то заспавнились. Да, заспавнились. Иду к тебе. Че, тут ни хрена нет? Ни хрена.
Или там еще был закоулок, пойди назад. Окей. Терминал! О, терминал. Проверяй логи. Да. Проверяй логи и квери... Ой, фу, листани здесь есть и айдишники. И ресурсы. Пока что нам надо. Блин, отойди от экрана. Ресурсы здесь есть, здесь мед еще валялся. Но просто... Лист, айди, зон 100... А сейчас мед явно не нужен. Ну, надо девать будет еще, скорее всего. Вот это будет. Нету айдишников. Мне кажется, тут, кстати, девать особо больше не надо будет. Лист, рез, зон. А, враги? Враги, ага. Тут медпак остался. Ау. Да, пофиг, у нас медпак. Еще один должен быть, да? Да-да-да, он там. У нас у трех человек из четырех медпаки. Че, пошли тогда, все вроде. Пошли. А, можно, кстати, здесь, можете себе кому-нибудь просто на фулл мед один выдать? Нет, мы проговали медпак. В смысле, про кверили. Да, а он же здесь, он вон в этом ящике здесь был. Я его нашел. А. Вот. Ну, у меня инфекция 50%. Давайте что-нибудь. Вот она, вот она. А, вот. Короче, давай я. Давай, если я, короче, просто пролечиваю. Давай, бери себе. По максимуму и забираю этот. Давай. Все, я тогда мы все расшарили. Я буду бегать милишица. Видимо, нам надо. О, враги пошли. Одного не пинганул. Я лег. Все, все минус. Я почти тоже минус. Ща полечимся. Так, нам надо будет сквозь тубан опять этот тупорылый идти, и там где-то есть шкафчики с пи-айдишниками. Здесь айдишников не было, в этой зоне нет. У меня есть... Судав, а ты поднял свою турельку там, да? У меня есть ощущение, что там, где был сифон, который мы ломали, и турелька, я там открыл ящик, и там лежал пит, но я его не взял. Поэтому там надо будет пройтись. Возможно, нам туда. Ну, слава богу, открытые ящики как раз отображаются, поэтому... Вот. Он открытый, просто имею в виду. Да, ну, просто красные точки на карте искать. Ага. Лучше всего пробегать между ними, а не просто стоять на одном месте и долбить. Так хуже шансы, что вы задолжите. Так, мы здесь. Нам направо сейчас отсюда. Три зоны, правильно, мы здесь открыли. Да-да-да, налево мы ходили. А где дезинфект? Логи-то, кстати, ты нашел? Тут, кстати, еще один термин. Дезинфект наверху. Видимо, путь внизу. Я не помню. На каком верху? А, не здесь. Если я не ошибаюсь, враги. 115, по-моему. Я только одного запинганул. Угу. Вот, там они сейчас пройдут, покажут, куда идти, кажется. А, нет, они сами заблудились, похоже, тут стена. Нет, вон, они нет. Через низ пошли, вон они. Да-да-да, вот по идее нам туда. Так, а мы этот терминал уже брали, да? Вон, там дезинфекшн помечен. Да, это тот терминал, возле которого тебя один раз убили, когда мы с вами... Дезинфекшн есть на карте, если что. Тут враг один. Убей его? Все. Где-то здесь поход. Вот, путь. Вот, да. И вот здесь дезинфекшн будет как раз. Блин, а где лог? Я не понимаю. У нас еще же будут зоны, которые у нас еще, не... да, да. Зона с ключом. Вот зона здесь ключом. Дезинфект на лестнице вверху. Тогда кто-нибудь возьмите турбину, я пока что... Давай. У нас, кстати, здесь еще локер был. И вот один. Да, вот этот локер, он где-то, да, там... Я хер знает, как до него добраться. Так, сзади. Одного только пометил. О, здрасте. И еще... Плевалки. Две плевалки, одна плевалка. Добивайте и идем сразу вниз. Все. Берем турбину и идем вниз. Давай. Внизу уже отстреливаемся в основном. Ну, опционально, конечно, но лучше всего отстреливаться. А, кстати, сейчас вас может полечить? Ладно, не надо. Просто будем аккуратно себя вести. Так, есть прямо один. Давайте вот здесь. Это RDR внизу. Вот здесь тулрефил лежит. Ага. И дальше... А, внизу, вон там. Вон стоп, в том ящике, возможно, есть пит. Обойдем. Давайте. Да смысл? А. Так, давайте со мной. А сзади враги. Убивайте их. Ай. Кто? Вперед. Еще один. Вылезает. Еще один. Ага. Все. Идем? Как туда попасть? По-моему, вот сюда. Лесенка где-то здесь была. В
соседней комнате. Нет, это мы по кругу. Мы совершили круг почета. Давайте, нет. Может, с другой стороны. Окей, вот сюда решил проблему. Смотри, там есть пит. Нет, тут лобел блокер только. Там был локмелтер, я так и думал. Так, хорошо, нам не туда. Где-то здесь есть еще ящик. Вот, например, там. А сюда решил 100% инфекшена взять, ну я понял. Давайте где-то... У нас здесь есть антибиотик. Где-то здесь есть ящик. Вот здесь прямо, прямо. Не вверх, а прямо вот здесь. Да, да, вот. Вот здесь кто-то меня бьет. Сюда сейчас умер. Стреляйся, стреляйся. Так, один. Сюда умер. Он к нам. Нам пришли, прям пришли, отбой. Я сражаюсь. Так. Айдишник. О, нашли. Ага. Я беру... Взяли эту? Окей. Все, взял, выбираемся. Куда? Надо в них к Судалву. Это наверное. Справа враг уже здесь. Да. Редайр, ты там уже падал, показывай путь. Смешно. Идем вниз, ну давай попробуем. Так, здесь. Враг сверху. Все, минус. Тут еще шкафчик. И один еще у нас. Я открываю. Тут да, сзади, вот. Сзади. Ау. Все. Ау. Я открываю шкафчик, пробую. Я не знаю, зачем он нам нужен вообще. А у нас здесь, возможно, еще один пит. Ну, непонятно. Окей. Не ослабляйся. Ну, у нас один. Нам остался. Мы вроде стреляться планировали, не? Пока вроде нет смысла. Я не вижу смысла пока. Там авойд. И еще один шутер. Все, пойдем к Судалу. Да, идем к Судалу. Только не падать. А, более аккуратно. Враг? Нет. А, вот. Okay. Они сзади будут. Вот здесь лестница, видимо, нам сюда. Вот, я же говорил, здесь лестница. И, кстати, с лестницы. Давайте встретим их с лестницы, да. А, я сейчас их, собственно... Нет, плохо. Еще один? Все, хорошо. Вот сюда. Я лежу на стене, по-моему. О, еще один ящик я открываю. Ямопак. Прикольно. На 4. Много. Берем. Надо бы его раздать сразу, наверное. Можете мне раздать, мне раздать. Я раздаю этот АМО на 4. Прямо сейчас. Давай, всем просто. Раз. Да, стрелку. Да. Враги заспавнились где-то. И Алгеран. Есть сейчас меньше хп. Меньше АПД. У нас враги. Так, пойдем к Судалу. У меня еще, все еще меньше всего патронов. Можно еще один АМО мне раздать и взять обратно хп-шку. Хорошо, сейчас. Так, пойдем к Судалу, отведем в дезинфект. Ага, правильно, торопиться не надо. И меня тоже, пожалуй. Да, и потом за серым ключом. Враги. Пойдем. Там пойдем. Лестница к ней. Ага. Они сверху будут? Да они сверху, сейчас. Они идут на лестницу. Я живой, он жив. Ну, Судалф решил с врагами поквитаться сверху. Один там последний остался. Йоло. Он жив еще. Все, минус. Пойдемте лечиться. Пойдем. О, тут мина внизу валялась все это время. Прикольно. А у нас кто-то уж еще носит мины. Да, у меня есть мины. Редайрон. Вот, нам нафиг особо не надо. Да и у нас есть полноценная минная штука. Да. Ладно. Так, нам надо прорваться сквозь эту зону, правильно? Это самое веселое. Враги? Я помню путь, поэтому я беру... Давай, да, правильно, логично. Сейчас только убьем врагов и пойдем. Да, в мили. Да, там поверхность. Поверху иду? Ну, я к тому, что поверху мы пойдем. Окей. Okay. Вот они. Они из тумана. Хай. Плевалка. Все, минус. Они живы? Окей. Да, теперь пойдем. Давай, за башугу. Только она не работает. Зря вы поторопились, она конечно. Все, теперь забилось. Ну, 16% схватил. А, у меня пока нет. У меня так мало процентов, что не показывается. Скилл ишью. Враги на периферии. Враги показывают нам дорогу. Нашел, он жив. А нет, он мертв. Еще двое. Вот враги спускаются. Вот гандон. Ладно, не важно. И мы вышли. Все. Вышли. Окей. Пошли.
Кейнбрейк, что да. Да, я продолжаю тащить турбину, потому что... Давай, вдруг понадобится. Бросим ее там. Был рядом. Сейчас не посмотрим, знаю, если там будет деф... Тогда лечимся все, да. Да-да-да, то лечимся, конечно. Это Бладдор, скорее всего. Угу. Ритарь, поставь мину. Сначала карточку вставить. Да, карточку вставляет Бошиго. Дверь открылась, дверь открылась, сзади, они уже пришли, враги прошли. Отходим отсюда. Вы уверены, что дверь открылась? Нет, дверь не открылась. А, нет, окей, отбой. Так что отбой. Мина сломалась. Покчам. Ну, поставил. Только она не убила никого при этом. Дай им еще одну тогда. Да, ставьте три Mine Launcher, Mine Deployer. Она будет взорваться, если что, там, где сама мина стоит, так что я не уверен, что она... Все, отходим. О, эффект был. По-моему, я на мине подорвался. Там гиганты. Ай. Сзади подошли? Да. Не помечено. Я умер. Там, кажется, одна плевалка осталась. Я поднимаю сюда. Я чуть-чуть подхилил. Мы... Окей. Okay. Я выжил только потому, что у меня 60 хп было. Отлично. Сейчас, так что не зря. Да, в этой комнате просто было много, и у нас здесь все еще есть ребята, которые... Слиперы. Да, слиперы. Гигант. Кто-то пробудил, кто-то идет. Сзади. А, да, сзади. Тут два тулрефила. Я умру сейчас. Вам промазал. Лох. Окей. Там гигант вот за этой дверью. Окей. Давай сюда. У нас здесь мят еще есть. Угу. Там, скорее всего, это, в принципе, зона с гигантами. Здесь больше у тебя пока что никого нету на сканеры. Да, никого здесь нет. В этой зоне пустота. Так что бежим, смотрим. 119-й был... Можно, да. Кстати, пролистить, в принципе, где у нас остался последний единственный. Идут! О, враги сюда? О, я умер! Я умер! Мы оба умерли сюда, вам осторожно. Ясно. Они все вчетвером живы, но... Не, по-моему, одного я убил. Да. Кринж. Три раз промазал. Я тоже. У вас обоих 20%? У нас страшно. У всех 20%. Страшно? Нет, у меня 0. Нет, ну, учитывая то, что у нас у всех хилки практически, можно их просто раздать. У, я себе сейчас уже держу на 40. Так. Я вот тоже себе 40 сделаю. Тут гигант был хайп, там где ты сейчас. Да, я знаю. Враги идут. Может, скрыган, дверку можешь закрыть? Еще двое. Идут, слева один идет. Не помечен. Да. Я промазал. А вот и он. Так давайте уже. Гиганта стрелять. Да. Судалф, иди со скатерганом и убивай просто гигантов. Он. Можешь там... Не я пока не... Да, в общем-то, идти. Справа, прямо слева. По курсу, вот он. Он есть один? Слева. Есть вот где-то здесь, и вот еще один. Нет, здесь двое в комнате. Один здесь, убивай его, а второй сверху там будет. Я тебе пингую. Быстрее, хорошо. Пингую второго гиганта, убиваю его. Волна идет. Да. Новая. Он же пингует. Я пока не пингую. Все, убил. Он жив? Минус, все. Еще один. Ах ты ж. Тут да. Больше... Если что, еще и без пингов немножко все-таки работать. Ага, здесь, открываем. Здесь, наверное. А, нет, здесь глоустики. Миллионы глоустиков. Алых. Здесь ничего. Ну, нам ничего. Один. Нам нужен один. Еще одна зона есть. Чуть дальше. Но тут там по башне какие-то точки, вероятно, нет. Тоже гиганты будут. А, долбятся об дверь.
один чувак там. А и к нам тоже пришли, Судавом. Судав, осторожно, тебя враг. Где, где, где? Вон, в дверях, трое. Он... Я нашел ящик. Найс. И что теперь? Все, он... нам сейчас в эвакуацию надо будет. Зона 112. Это на домашняя. Эвакуацию, да. Это мы... Гигант идет. Ну, Скандерган. Но мы убегаем. Мы бежим в эвакуацию. Да, 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 давай. Вот тут близко. Все поставили. Поставил. Окей. Я буду стрелять только если подойдут близко, там, или... Там, или... Я лучше подойди к нему и... Да. И вот так. Только не... Может... Да, окей, хорошо. Ну, вроде готово. Еще один? Еще один. И еще один. И еще один. And another one. И еще один. Это та ли... самая легендарная волна из гигантов на скане. Буквально. Все, скатаганы нет. А, у меня есть патроны, я могу пополнить себе. О, это даже не гигант. Это просто регулярные, видимо. Это мина лежит, да? Да, это мина вверх торчит. Судя по всему, это была разовая акция. Теперь ее нет. Не, я про гиганта. А, так молодцы. GG. Ух, осилили. Мы лох не нашли. Да. Я не против перепройти, это очень веселая миссия. Да, если небольшие спойлеры по поводу Е-миссии. Вот там, скажем так, первая половина миссии будет стелс, а последние минут 40 где-то будет с таким алармом. Только там будет особенность аларма в том, что он каждые 40... Спавнится по 10 гигантов. Нет, там каждые 40 секунд спавнится сперва 3 моба, потом 4, и так постепенно, пока не дойдет до 10 мобов. А, то есть нужно спидранить... Минут 40? Да, раз в 40 секунд где-то. Ну, то есть при...